باید اخبار زنبوشایی تا فکر نکم در قلم چای خدید بایار لاری آقا زایپا یاکوب آبان صبر در قدی به سرک کن آبان آقا اسمان سلایدی Вот и наш друг. Его только что заметили ПМЭ. Давай его быстренько примем и отвезем в тихое местечко. Я только за. Идет прямо к тебе, Мазур. Вижу его. Аджаб, приготовь машину. Так, делаем все быстро. Понял. Черт! Он бежит! Сквозь ворота! Не стрелять по нему. Он идет наверх. Лестница. Он пошел налево. Дахи, продолжай наблюдение. Ну, от меня не убежишь. Буду вашими глазами. Двигается на север. Держись за парадом. Не теряй его из виду. Он на крыше. Он снова на земле. Чешет через свалку. Барас хочет убраться из города. Двигается пешком. Вижу, как к тебе идут ребята с оружием. Перед ним большой лагерь. Там полно вооруженных людей. Он отправляется в свой лагерь. Там у него подкрепление. Стрелок слева! Цель на два! Пора сбежит. Настя, не дай нас заманить в ловушку! Этого не будет, Мазер. Я за всем слежу. Главное, добыть Параза. Мы его достанем, Настя. Обещаю. Он удирает! Он пошел налево. Направо! И вижу! Стой там! На спине! Слева! Парад идет вдоль линии электропередач. За ним. По нам стреляют. Сколько там целей? Много. От укрытия к укрытию только он уходит. Так. Понятно. Держись в укрытии. Не можешь он вечно бегать. Он направляется к мосту. Вот ворота! Да, он идет к своему форту. Настя, ты его лагерь видишь? Да, черт возьми, у Фараза нормальная такая армия. Отступать нельзя. А были мысли? Задай, Мазер. Эти ребята идут прямо на нас. Держись сзади и убирай. Еще, Сэн! Этих ребят хорошо подготовили. Пора сам драться не собирается. Цель уничтожена! Цель! Два часа!
за территорией лагеря, Мазар. Ясно. Собираемся у ворот. Вот, бери. Я вас проведу. Справа! Он пошел налево. Должен заговорить. Найди другое укрытие. Он готов. Парас отправил в твою сторону техничку. Ну отлично, кто говорил, что у мелкая сука? Могу только сказать, что у него есть друзья, и они идут в лагерь. Ясно, да, не могу встречи. Брат, будет еще хуже. Наверх смотри, а не на крышах. Ага, налево. Знаю, куда он направляется. Тогда вперед! Вперед! Забираем Фараза и уходим. ПМР вот-вот испортит нам все веселье. Враг убит! Цель на два! Да, ты его видишь? Да, вижу. У него второе дыхание открылось. Еще пара ублюдков, но ты справишься. Он бежит в черного фаза. Понял. Впереди! Враг убит.
Лестница! Цель снята! Аджаб, давай фургон. По-английски, засранец, ты же умеешь. Ладно, ладно. Чего вы хотите? Пентрит. Где ты его взял? Что? Причер. Ты меня хорошо слышишь? Пентрит. Где ты его взял? Привоз это из Дубая. Какой там ангир? Имя. Говори, как его зовут. Хасан! Его зовут Хасан! Парни, вы привлекаете много внимания. Вытащите фараон. Ого, так намного проще. Арабский делец из Дубая по имени Хасан. На ноги его поставьте, он пойдет с нами. Черт, он готов! Скорее! Черт, Дасти, мы под огнем! Они застрелили фараона! Уводи нас отсюда! Так, Мазер, к западу от вас есть здание, шевелитесь. Вам направляется целая толпа, живо! Где же Аджаб? Он в пути, Мазер. Но это не важно, вам сейчас надо выбраться оттуда. Идите по этому окопу. Не вступайте в бой, главная скорость. Вперед! Ясно, Дасти. Только доставь сюда Аджаба. Брич, пора! Сзади! Еще цель! Скорее! Вы на месте. Аджаб уже в пути. Ступайте к главному входу. Еще цель! Берегись! Не отвигай! Двигай! Точно!
Парни, похоже, пришло время надевать выходные костюмы и вылезать из песочницы. Надеюсь, вы хорошо подготовились. Чем быстрее мы уберемся из Пакистана, тем лучше. Доберитесь до Пешавара, оттуда полетите в залив. Посмотрим, сможем ли мы вытянуть из этого Хасана что-нибудь новенькое. Понял тебя, Дасти. Где сейчас Мако? Провинция Абьян, территория Аль-Каиды. Их подняли в воздух 40 минут назад. Зеленый свет. Ярко-зеленый. Судя по всему, там большой лагерь. Оружие, обучение и, возможно, склад пентрита. Надо связаться с ними. Делаю.